Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и сегодня у нас начинается прохождение довольно внезапное, но если ты был подписан на телеграм-канал мой, то это для тебя оно нихуя не внезапное. А вот, игры под названием The Thing, или попросту нечто. Это игра 2002 года, изданная, внезапно изданная одной из издательств Konami, там вначале появляется. Разработанные, не помню, кем там, какой-то неизвестные студии ее делали. Может, почему интересно, что Konami, это типа survival horror третьего лица, поэтому. Так это же не Konami, Konami делали этот. Ну, да, ну, грубо говоря, у них Silent Hill есть, но это. Хотя на Resident Evil она тоже не похожа. Короче, в чем суть? Это по фильму 1982 года, одноименному «Нечто», который снял Джон Карпентер, в главной роли Курт Рассел. Отличное кино, настоятельно рекомендую посмотреть, кто не смотрел. Это продолжение. Поэтому, если вы не видели фильма, то сначала, типа, поставь на паузу, сходи, посмотри фильм, потом только осторожно, это ужасы, там, жестокости, всякое такое. Вот, игра, соответственно, тоже. У меня с ней довольно длинная история. Во-первых, у меня, естественно, у нее была, кто, говорится, алды помнят, у меня была смотровая по этой игре все время, где я по ней очень нелестно, скажем так, прошелся, и, наверное, те, кто не говорю, те, кто не подписан на телеграм-канал, но помнит старые видосы, такие, чё? Чё, нечто? Какого хера? Ты же сказал, это полная херня, ее проходить вообще, типа, фу. А вот. Так вот, почему? Во-первых, я за время свое вот этого там, с тех пор уже, это было давно, наверное, 6 назад, что ли, где-то на заре канала, это одна из первых смотровых была. Я часто натыкался на эту игру везде, во всяких топах, там, прочее. То есть часто народ вспоминает, что была такая игрушка, она такая классная, такая прикольная, всякое такое. Ну, мы знаем, уже тоже были случаи, когда вспоминаешь, потом ты в это суешься и думаешь, блядь, нахер я вообще сюда это влез. Но мне хочется попробовать ее все-таки пройти. Вот, значит, мы ее в детстве проходили на PlayStation 2, в свое время, когда она вышла. Тоже ржали, плевались и так далее. Что она, на самом деле, ну, не знаю, по воспоминаниям, она очень тупая, глупая и всякое такое. Вот, но хочется мне ее пройти, потому что, ну, типа, для коллекции, во-первых, а во-вторых, все-таки посмотреть, а вдруг я что-то в детстве не понял, а вдруг я запомнил как-то странно, а на самом деле игра, возможно, неплохая. Но в любом случае, таких игр не так много, по нечто вообще, считай, ну, такая вот большая игра, она одна. Вот, у нас, кстати, во-первых, есть на RPG Maker, не, во-первых, две есть игры на RPG Maker по нечто, одна, по-моему, тоже как продолжение идет. Я ее проходил, 2017 года игра, я, собственно, как раз в 2017 году проходил, пока там по эпизодам она выходила, от отечественных разработчиков. Вторая на английском есть, она называется «Нечто 2». Вот. И, в общем, к тому, что вот «Нечто 2» я бы в свое время тоже попробовал, я тоже пробовал, запускал в свое время, думал даже проходить, и что-то так до сих пор не добрался. Вообще, говорят, тоже неплохая, тоже на RPG Maker сделанная. Вот. А именно в таком, ну, условно, не AAA, хотя бы AA там виде и так далее, игр больше нет. Поэтому попробуем, посмотрим. Вот. Вот, попробуем посмотрим. Так, у нас автонаводка, то есть вот поле автонаводки, я его, наверное, оставлю нормальным. И по... А, сейчас. Лошен! Лошен! Озвучка, озвучка. Пиздец. Вот это я не помню, что же еще угорает. Я не помню, как здесь это. Короче. Это, ну, естественно, репак. Здесь должны быть субтитры. Но субтитров нет, почему? Хотя в свое время в смотровой субтитры у меня были. По-моему. А может нет. Или заставка озвучка была. Вы считаете, что заставка была озвучка? Лейк, это Уитли. What's the situation? Not good. What do you see? Not a goddamn thing in this storm. Have you found anything? Well, your transmitter's down and everything else is foobar. What do you mean? The base is gone, Colonel. It looks like massive explosives damage. Any clues here are gonna be like finding a needle in a haystack. Understood. Do a recon, see if you can find anything that'll give us an idea what happened. I could try to get the chopper back to you within an hour, but visibility's falling fast and the report for your area is not very good. Okay. We'll make a sweep and report back.
Roger. Meanwhile, I'll check up on Alpha Team. Oh, Blake, just remember it's 40 below out there. We both know exposure could sneak up on you. Keep your team together and get them to shelter as quickly as you can. Roger that. Blake out. Опять же, не знаю, слышно вам было, нет, а там было на заднем плане немножко бум-бум. В паре момента бум-бум. Музыка, конечно, в оригинале отличная. Сейчас, просто, короче, здесь должны быть, по идее, я не знаю, я сам не хочу переводить, поэтому, извините, останемся. То есть, вот текст здесь на русском, но субтитры игра, я даже посмотрел на ПК Gaming Wiki, субтитров игра не поддерживает. Но я знаю несколько игр, которые субтитры игра не поддерживает, по-моему, тот же Clive Barker's Undying, но в пиратских переводах субтитры были. То есть, Undying, допустим, с субтитрами проходил, а в оригинале в игре их нет. Здесь, по-моему, у меня в смотровой, по-моему, заставки были озвучены, а в игре были вот какие-то эти. Короче, военные приехали разбираться, что случилось на базах из фильма. Одна группа поехала к норвежцам, другая к американцам. Мы, по-моему, как раз сейчас, собственно, к этому в американской базе, где действие фильма происходило. Этот сказал, что все разъебано в хлам, фубар. Fucked up beyond all recognition, что называется. А, вот, типа, ничего там, похоже, что здесь заложили взрывчатку и все взорвали, как, собственно, и было в фильме. Поэтому я говорю, то есть, если ты не смотрел фильм, посмотри, потому что тут спойлеры везде будут прям жуткие. А фильм того более чем достоин. Вот, и, соответственно, они прилетают сюда, там, бла-бла-бла, и полковнику этот, полковник ему этот военный говорит, что, типа, ты, главное, не забывай, что ты, на улице-то мороз больше минус 40, обморожение может подкрасться к вам незаметно. Как бы так помягче сказать, там, ну, в общем, вы сейчас увидите все про оборожение. Естественно, вот эти все штуки будем читать, здесь есть записки и прочее, то есть я говорю, хочу попробовать ее пройти целиком. Так, играя на первых четырех уровнях, вы периодически будете видеть такие текстовые подсказки, которые будут объяснять вам различные возможности в игре. Дополнительные, ну ладно, это уж совсем. А влияние холода. В Антарктике очень холодно, около 40 градусов ниже нуля. Кстати, помню, там еще перевод был какой-то очень дурацкий, кривой, то есть текст был с ошибками. А есть вроде нормальный. То есть, это вроде от Фаргуса. То есть, текст это вроде от фаргусовского перевода. Поэтому, оставаясь снаружи, вы можете замерзнуть. Внизу экрана синей полоской показывается воздействие холода. По нему можно судить, сколько еще времени вы сможете находиться на морозе, прежде чем начнется получать реальный ущерб. Во время игры вы будете получать задание. Ну, ладно, задание тоже, ну, как-то я не знаю. Может, найти улики, попытаться найти выживших, не дать отряду погибнуть. Окей. Я тут бегал, естественно, смотрел уже все. Но первый уровень, он прям очень простенький, на самом деле. Угу, все. Я не знаю насчет всяких секретиков, прочего. Здесь, наверное, что-то, естественно, здесь есть. То есть, она такая даже полуквест. То есть, у нас вот здесь есть команда наша. У нас медик что-то уже обоссывается. У нас есть интерфейс. Ой, не интерфейс, это, господи, как. Area looks secure. Да, похоже на то. Вот смотрите, вот сейчас прикол. Вот мы, во-первых, конечно, главный герой, который поехал в Антарктику, блядь, и даже шапку не надел. Причем остальные в шапках. Остальные в шапках. Этот дебил почему-то без. Ну, в Антарктике, хуйня, нахуй, минус 40, господи, делов-то. Посмотрим, сейчас нам холодно, да? Мы такие подходим сюда. Эть. Оп! Мне уже не холодно. Там дальше еще абсурд не будет, хуйня, по этому делу. Blake, you need anything repaired or even a simple bypass, and I'm your man. If any of you take on any damage, get back to me ASAP, and I'll help you out. I'm not carrying any dead bodies back. I'm locked, loaded, and ready to make shit dead. Общение с членами отряда. Ваш отряд состоит из представителей трех различных классов, различить которые вы можете по их головным уборам. Солдаты всегда носят крепкий защитный шлем. Инженеры никогда не расстаются со своими надежными шапками. Ну, а главный герой, к сожалению, просто дебил. А медики любят носить теплые головные уборы с ожерельем Красного Креста. То есть, единственный, кто не сообразил. Ну, блядь, ну это пиздец. А члены вашего отряда ведут себя как настоящие люди. Они моргают, зевают, иногда им скучно, и сами могут принимать решения. Обращайтесь с ними поосторожнее. Все-таки они хорошо тренированные ветераны, и даже если у них в руках нет оружия, они не будут долго колебаться и прикончат вас, если решат, что ваше поведение слишком подозрительно. Они могут... Да, в общем, суть нечто-то основная. То есть, опять же, поскольку это, ну, наверное, важно для понимания. Короче, смысл в чем? Это пришелец, которого раскопали во льдах, и который может принимать форму человека. Вот, соответственно, да, там все строилось весь оригинальный фильм о том, что непонятно, кто уже пришелец, а кто еще человек.
Они могут общаться с вами как вербально, так и с помощью иконок над их головами. Данные под иконками вы сможете найти в полевом журнале. Чтобы взаимодействовать с вашими отрядами, так, физическое состояние этих сил, так, выйти лиц, услышите приказ, в центре появившейся экрана видите указатель группы, следовать, нажав кнопку Enter, чтобы облегчить управление временем жду, выйти, можно нажать, так, ну, это ладно. Доверие членов отряда. Как уже было сказано, ваши бойцы разумные люди, и поэтому они будут реагировать на ваши действия по-разному, в зависимости от показателей доверия к вам. Зайдя в меню отряда, над именем каждого члена команды вы увидите шкалу, которая характеризует показатель доверия этого солдата по отношению к вам. Если шкала находится в зеленом секторе, то этот солдат доверяет вам и будет исполнять ваши приказы. Если показатель находится в оранжевом секторе, то данный человек не доверяет вам и не станет исполнять ваших приказов. Однако, он не считает вас врагом и не станет вас атаковать. Если же показатель находится в красной секции, то этот человек совершенно точно вам не доверяет и считает вас врагом. То есть, опять же, вот здесь что надо починить, мы идем к этому чуваку. Если надо полечиться, идем к этому чуваку. А если надо по кому-нибудь пострелять, короче, идем к этому чуваку. Вот так. Так, а что здесь так темно? Подожди. Гроб, бля, да? Только извини, нужно сделать. Так, во-первых, давайте сделаем курение. Единственное, что здесь отличает от оригинала, здесь можно... тут нет яркости. Тут только громкость есть. Понял. А здесь можно сохраняться в любой момент. Это особенность тоже репака и прочее. Я ее оставил, я решил в пизду, пускай будет, потому что я помню, что игра довольно глупая местами. Простые распределительные коробки. Когда увидите изображение руки, это значит, что вы можете сделать что-то, нажав кнопку Е. Поэтому внимательно следите за появлением, бла-бла-бла. Распределительная коробка, находящаяся перед вами, является базовой. Подойдя к ней, вы увидите сообщение в центре экрана, вы также увидите изображение руки. Она означает, что вы сами можете исправить эту коробку. Чтобы сделать это, нажмите кнопку Е, после этого вы заметите желтые линии. Короче, это обычная, короче говоря, корабулька, которую мы можем починить сами. Во, и, кстати, вот этот репак, я два репака качал, блин, я не помню, чей это, не суть, по-моему, то ли каталиста, то ли это, забыл. В общем, суть в чем, вот здесь вот обучение пока идет, взрывается комп, нас ранит, надо подойти к медику полечиться, а там была версия, в которой ты подходишь, взрывается, и ничего не происходит. Я еще думаю, блин, а я помню, к медику надо подойти подлечиться, ничего не происходит, ну какой хер, ну смотри, у меня здоровье полное. Когда у вас осталось мало здоровья или один из ваших солдат находится в тяжелом состоянии, еле-еле стоит на коленях, причем помните, что если ему не помочь, он обязательно умрет, даже если после этого его больше ни разу не ранят, подзовите своего медика к раненому, чтобы он вылечил его. Медики, которых вы будете встречать на протяжении всей игры, могут лечить всех членов вашего отряда, кроме самих себя. Это всегда странно, почему. Ну хотя, видимо, там самому себе что-нибудь заштопать и прочее, это, конечно, сложно. Поэтому внимательно следите за их здоровьем и чуть что немедленно лечите их сами. Так, сейчас вот возьму пистик. Патрончики. Все, да? 9. Здесь на самом деле... здесь... Вот этот звук. Слышите? Кулера. Вот когда я первую ночь писал, я на ноутбуке писал, у меня также кулер в ноутбуке. Я прям такую ностальгию словил, когда включил. Первый раз думаю, какого хуя. Так, пистик. И это... Можно дать пистик кому-нибудь, но я не буду, потому что... О, давай, давай. Спасибо. Поехали. Бам-бам. Я могу уже делать оп. Опять же, прикольно здесь декорации фильма, по большому счету, очень воссозданы. Можем все это посмотреть. Игровой автомат, который у них там стоит. Че? Блять. Кстати, он не может вверх, он вверх может смотреть только в режиме от первого лица. Пам-бам. Прикольный сервис называется The Think Musical. Там под этого сделано, как его зовут. Под Фрэнка Синатру песня про фильм. Прям отлично тоже. Очень смешная. Если кто английский понимает, прям. Да, очень секьюр. Я, по-моему, сюда просто не бегал, мне интересно, что там. Вот какие-нибудь плюшки дополнительные, какие-нибудь бонус. Ну, это там мы сейчас были. Тихо-тихо. Опять же, вот стекла разбито, помещение нормально, все, пошли отсюда. Пойдемте, пацаны, а то мы сейчас замерзнем, и будет совсем все плохо. Запертые двери.
Не все двери можно открыть, просто починив коробку распределения. Некоторые из них заперты. Надо открыть. Ну, ладно, короче, понятно. Потому что про то, что... Во! Смотри. Вот это вообще абсурд полный. Вот пошло обморожение. Мне было проникнуто в заряд. То есть такой, так. Оп, просто на той же самой улице зашел под крышу. Все, мне уже не холодно. Так что, вот как-то вот так. Я не буду здесь настроить, потому что не знаю, куда, чего. Просто надо за временем следить. А, пойдемте по синим этим. Area looks secure. Я все понять не мог, типа, что такое, почему мне камера так показывает. Теперь посмотрите на левый нижний угол. Видите, в подвале что-то валяется. Это такой намек, но, блядь, она среди прочих обломков так неочевидно и незаметно, что я думаю, такой, ну, камера, а что ты от меня хочешь? Почему ты мне показываешь именно этот ракурс? Ну, здесь тоже тепло нормально, в принципе. I'm gonna hide this tape when I'm finished. If none of us make it, at least there'll be some kind of a record. The storm's been hitting us pretty hard now for 48 hours. We still have nothing to go on. One other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over. Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing. They could be anybody's. We're all very tired. There's nothing else I can do. Just wait. R.J. McCready, helicopter pilot, U.S. Outpost, North 31. Собственно, это прямая цитата из фильма. Р.Д. Макриди — это герой Курта Рассела, собственно. Здесь другой актер, его не Курта Рассела озвучивает. Да, кстати, здесь должен быть Джон Карпентер в какой-то роли, там и лицо с него срисовано, и озвучил он сам. А вот этого нету, здесь Макриди озвучивает, так понятно, может, еще какие-то будут аудиозаписи, я уж такого не помню. Короче, это прям вот текст из фильма, просто другим актером озвучено. Опять же, я уж не буду прям останавливаться на тем, что там. Ну, здесь только 5 штук может таскать с собой фальшфейеров. Что-то это странно. Патрончики для пистика. Ну, все. Здесь есть огнетушитель. Я не помню, опять же, понадобится он нам где-то или нет, но... Но пока что можно его взять. Почему бы нет? Да, все, я понял. What the hell? What do you think it is, Captain? I don't know and I don't care. Looks like a goddamn UFO to me. This shit gives me the creeps. Yeah, we're not alone in the universe and all that crap. Check it out and move on. Мы не одиноки во вселенной и всякая такая херня. Так, ключик мы нашли. Собственно, опять же, из фильма момент. Вот. Здесь такого будет много. Поначалу. Потом уже не очень. Так. Все, пошли. Здесь вот эти синие... опять же, уже из фильма сделаны, вот эти синие маячки. Потому что когда там типа буран, метель, чтобы было ясно, куда идти, не заблудиться. Пацаны, отстаете. Проникнуть в лазарет завершено. Так, где тут у нас? Оп. Сложные распределительные коробки. Заставить, починить. Короче, ладно, вот это я тоже, опять же, не буду. Подсказки, вот лорные, да. Подсказка, пацаны, все сюда, Саша, дай. Окей. Давай, мужик, зайди, замерзнешь нахуй, ёб твою мать. Иди сюда. Иди сюда, дурак. О. Ну, кстати, по-моему, показатель холода есть только у меня. Кстати, это, сука, логично. Смотри, они все в шапках ходят, правильно? Тепло одеты. У них нет показателей холода. А у меня есть, потому что я дебил, блядь, пошел. Вот, ну, блин, он дурак. Ну, просто дурак. Ну, как таким идиотом можно быть? Ну, пиздец же. What the hell? Все нормально. Не переживай. Оп, что это? Инъекция адреналина. Так, вот это надо прочитать. Вы подобрали инъекцию адреналина. Адреналин может пригодиться в тех случаях, когда члены отряда переживают сильнейший стресс. Им нужно срочно успокоиться. Чтобы сделать инъекцию, курсор, бла-бла. А, ну понятно, то есть, когда они начинают паниковать и не хотят никакую с тобой идти, дальше им шернуться, и все нормально. Вирус обладает способностью имитировать вид различных биологических существ, вплоть до их одежды. Чего тут такое?
Записочку. Все, записок больше нет? А вот там еще все. Ну, давайте все подойдем. Oh, Christ, what is that? Chill out. Everybody keep tight till we figure out what's going on. Испуг членов отряда. Члены вашего отряда всегда внимательно изучают все происходящее вокруг них и реагируют на все увиденное и услышанное. И если они увидели слишком многое, у них начинается помутнение рассудка. Чтобы посмотреть, насколько солдат владеет собой, включите меню отряда, бла-бла-бла и всякое такое. Если будет близко к нему срыву, он будет непроизвольно трястись, чтобы успокоить вашего бойца, дайте ему какое-нибудь мощное оружие или выведите его в другое, менее угнетающее помещение. Чтобы узнать больше о том, как влияет на испуг солдат, просмотрите полевой журнал. То есть, вот опять же, здесь есть моменты всякие взаимодействия типа с отрядом, они должны там, это должно быть так интересно, так круто, на деле это полная хуйня, по-моему, насколько я помню, опять же. И самое интересное, когда обратите внимание, кто больше всего запаниковал, увидев обезображенный труп. Ни техник, ни военный, ну военный, ладно, ну, конечно, неважно, ну, условно, там есть, знаешь, отряд, в нем техник, военный, медик, инженер и командир отряда. Кто из них должен спокойнее всего реагировать на изувеченные трупы? Не знаю, кто, наверное, должен, а кто должен больше всего паниковать в виде изувеченной трупы? Конечно же, медик, блядь, медик, блядь, труп, боже мой. Здоров, чувак. О, видите, как его трясет. Сейчас вот. All right. I'm okay. Да, ты окей, тебе надо пистолет, по идее, дать, но я тебе не дам, потому что ну, пошел ты нахуй, я тебе потом объясню, почему не дам тебе. Нет? This doesn't look good. Смотри, его прям притягивает, все равно притягивает, он как бы да. Я собрал рапорт, наверное, написал рапорт, состоящий из 5 страниц, в котором говорится о вскрытии неизвестного тела, обнаруженного норвежским постом наблюдения. Похоже, мы имеем дело с каким-то... А, точно, нашел рапорт. С каким-то регенерирующим существом, которое может принимать различные биологические формы. Доступ к медикаментам имеет только я и Гэри. Код 1138. Но коды здесь, к счастью, запоминать в этой игре не надо. Их самое главное найти, а герой уже сам запомнит. Двери с кодами доступа, да. Че, мужик, иди... Ну тебя нахер. Так, аптечка. Все, аптечки. Так, а что у меня, кстати, теперь по инвентарю? Что у меня есть? У меня есть аптечки, у меня есть шприц с этим, у меня есть огнетушитель, между прочим. Комната данных. Сейчас сам руку чинить. Да не, нет, спасибо, мужик. Я вижу, что ты можешь мне помочь. Ну и запись игры. То есть, по идее, здесь как по классике, как в резидентах, здесь сохраняться можно только на вот этих, на бобинах. Но... Немножечко, причем будет. Так, а нас что сейчас по задачам-то? Я что-то забыл. Ну, видите? Немножечко успокоился. А, ну ладно. Боже, я поехал в Арктику, и тут холодно. Дебил. Whitley, this is Blake. What have you got? One body. Identification says childs, no survivors. And what appears to be a... One body? And what? And some kind of unidentified craft. It looks... Well, like a UFO. Colonel? Colonel? Roger. I'll have a chopper there ASAP. There's a supply crate that was dropped earlier near the base. It contains C4 charges. I want you to rig all the remaining buildings and I'll remote detonate them from here. Affirmative. I'll contact you when we're finished. Да кто угорает, ты что, давно? Короче, там, во-первых, это вот в конце фильма они сидели с МакКриди, вот этот вот мужик. Вот он, собственно. Поэтому неоднозначная концовка фильма сразу после на нахер. Ну, сейчас главное узнать. Ну-ка, секундочку. Нет, окей. А, по-моему, кстати, патронов... То есть у меня 9 обоим, и сейчас 49 патронов в обойме. Надо не перезаряжаться заранее, потому что он выкидывает все, что есть в обойме. И теперь надо будет все взорвать. Что-то не запаниковали пацаны и решили, что... Все. И надо все уничтожить. Так, это у нас... Ну. А зачем вы за мной все бегаете, мне просто интересно?
Да, я знаю, здесь темновато, поначалу, но потом будет получше. Так, и еще одна. Я, кстати, когда включал, тоже дошел до определенного места. Все, вернулся с точкой эвакуации. А я вообще не понял, как там проходить. Но сейчас, наверное, разберемся. Сюда бесполезно идти, да? О, окровавленный сортир. Классика. Представляете, как такового здесь уровня сложности-то по большому счету нет. Colonel, we've completed the explosives placement. Standing by for evac. Anything from Alpha Team? Negative. Could be the storm. Must be. I've been getting partial transmissions for the last hour or so. I'm going to assemble my team. When the chopper arrives, I'll have it drop me at Alpha's rendezvous. Negative. You have your orders, Captain. Don't put this mission in jeopardy. I understand, Colonel, but I don't have much choice. Pierce's team is in trouble. Besides, if there are any survivors, I'm the only one on the team that speaks Norwegian. Blake out. Mm-hmm. Короче, теперь ему надо отправляться на норвежскую базу, и там вторая группа, которая поехала, с ней нет связи. Ему говорят, типа, да не, не надо. Он говорит, да я вообще-то... Ну, нельзя оставлять людей, типа, здесь выжившие, вот. А во-вторых, типа, я единственный, кто говорит по норвежски. Roger, Colonel, this is Blake. Have you found anyone yet? Nothing yet. I just arrived. The storm is worsening. May take a while to find anything. Looks like that little stunt of yours might pay off. I don't understand, Colonel. I received a partial transmission from Pierce. He's found something. Might be research. Find him and get back to me ASAP. Affirmative. Did he say if there were any hostiles in the area? Negative. No hostiles. Okay, I'm on it. Blake out. Блин, это можно было все перевести здесь просто даже, не на слух, все понятно, но... Вот я про осветительные столбы, я только что как раз говорил, что надо по ним ходить. Ты че? Пушку-то возьму. А, ну, в принципе, можешь пока без пушки походить. Мне просто интересно, тут есть что-то до конца, вот если до этой трубы дойти? Подожди, дай-ка мы сохранимся на всякий пожарный. Это просто стена. Ну ладно. Сейчас почешусь. Секундочку. Как говорится, эта игра вышла за 2 года до Resident Evil 4. У меня почему-то она неразрывно связана, потому что мы где-то тогда играли в Resident Evil 4, которая мне не очень понравилась тогда в свое время. И потом играли в эту игру. Она мне тоже к поклоннику фильма вообще не понравилась. Christ, that's gotta be a few thousand volts. I gotta find the power source. Здесь очень сильный ток, надо. Окей, надо найти. А, красиво, слушайте. Бля, ну конечно, то, что мышки вверх, то, что вверх обзора нет, это, конечно, напрягает немножечко. Тогда погреемся. Fresh flare. Couldn't have been here too long. Это явно недавно сюда закинули, потому что иначе он уже давным-давно прогорел. Так, можешь еще куда-то туда, кстати, сходить. Я просто помню, что вот... А! А, это оно и есть, да, все, окей, пошли. То есть не сказать, что это прям survival-хоррор, но элементы survival тут есть. То есть надо искать, обыскивать территорию, смотреть всякие припасы, искать и так далее. Что здесь есть? Вот это. Damn it. There's gotta be another way into this place. Так, автоматик. Окей. Что собрал? То есть, вот, я почему говорил, кстати, надо запомнить, что же здесь патроны и пистолет еще есть. Подожди, у него пистик, да? А, нет, это просто патроны. А, подожди. Сейчас. Пистолет. Аптечка. Окей. Сейчас, дайте сообразить. Вот, почему нельзя было там, помните, запаниковал этот доктор, когда увидел труп. И по идее, чтобы его успокоить, ему можно было отдать пистик. А потом вся эта команда улетает нахуй вместе с пистолетом. Поэтому... Ну.
jammed. One, it won't bunch. No. Ага. Поехали. Эти, конечно, индюшачьи тушки. Это... Причем они не здесь, это где-то в другом месте. А выглядит как будто тут. Хотя, кажется, бочка тут неспроста стоит. Identify yourself. Captain, it's Carter. Christ, where's everybody? What happened here? Something. I don't know what they were, but they attacked us. I thought they was part of the... Wait a minute. Don't you come any closer. Where the hell did you come from anyways? A chopper brought me in. From the U.S. research station, 5 clicks south of here. I'm hurt pretty bad. Don't move. I'll see what I can do. Лечение. Один ваш... Ну, опять же, это понятно все. Давай. I'm hurt bad. You hurt bad. Так, не, подожди, сейчас это надо сделать вот так. Так, 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 так. И подойди... Ой, извини, мужик. Извини. Shift. Картер не уверен, можно ли вам доверять и не будет с вами сотрудничать, пока вы не убедитесь, что вы в порядке. Чтобы заполучить его доверие, дайте ему какое-нибудь оружие и немного патронов. Нажмите на кнопку Q и появившемся меню отряда наведите курсор на карту. Нажмите кнопку Enter, теперь наведите на иконку справа под начальник отряда, теперь наведите на одно из оружия, дать члену отряда. Картеру, посмотрите, это немного патрончиков и так далее. Подождите. Картер, стой. Alright, I'm okay. Area looks secure. О, видите, у меня поддержка выросла. Так, сейчас, секундочку. Я назад переключусь на фальшфейре, чтобы аптечку не въебать случайно. Так, и в принципе... А ты у нас кто, Картер? Ты у нас... А, у нас как раз, блин, военный, судя по этому, по нашивке. Команда бета. А, у них, кстати, здесь, кстати, русскоязычные эти текстуры на предметах, да. Так, чувак... Не, подожди. Да, это следует за собой. Картер. Дать Картеру. Maybe you will get us out of this. Дать Картеру. Патрончиков дай ему. Потом надо будет сходить и забрать патрончики. А потом, да, все. Заебись, да. О, все, теперь он, смотри, как мне доверяет. Он прям вообще, все, он теперь мой чувак. Так, отлично. Отметим это сохранение. И поехали. Так, а что нам здесь надо? Что нам здесь надо? Я не помню, подожди, а как можно, ну-ка, сейчас настройки, управление. А, огонь взаимодействует, меню отряда, быстрый выбор, зарядка, это инвентарь, доступ к документам. А, вот, доступ к документам, наверное. Спаси команду Альфа. Все, понял, окей. Так, мое. Так, пацан, ладно, я сейчас огнетушитель кому-нибудь другому дам. Терминалы. Замкнутая система камер... терминалы замкнутой системы камер слежения. Она является удобным инструментом сбора полезной информации. Используйте клавиши осмотра по умолчанию мышь для вращения камеры. Уменьши подсказку. Увеличение надо поможет найти что-то очень важное. Окей, хорошо. Ну, пока что я этого сделать не могу, потому что здесь все поломано. I need an engineer. Но ему нужен инженер, это он уже починить сам не может. Так. Я забрал. Looks like I need an access code. Так, нужен код доступа. Да, опять же, отсылка к фильму, да? Ну-ка. Ну, судя по всему, да, у него горло, вены перерезаны. Но это не он, но... А, подожди, хотя бы, что он. Лишь на норвежской базе был. А, блядь, нужен инженер. Ты же инженер. О! О! А, ща мы сообразим. Сейчас вот так вот раз. Так, так, и у... Yeah. А, мужик. Окей. Че? Блядь, я что-то не... А, может даже отсюда ему указать? Если я видел уже коробку, он сказал, что ему нужен инженер, может пойти к уводу к инженеру и сказать ему... Отключись. Нет? Окей, так, во-первых, сохранение. Давайте на второй слот. Во-вторых, комп. А мы все сходим с ума. Эта тварь где-то снаружи. Я не знаю, кто из наших человек, а кто нет. Мы все сильно пали духом. Думаю, у нас очень мало шансов выбраться отсюда. Ну, система камер. Здесь должно быть что-нибудь, что... А, мышка этим клавишем. Окей. Так, мужик. Военный.
Военный здоровенный, ты извини, но у меня патронов больше пока не, ни патронов, ни оружия для тебя нет. Трупец с каким-то ключом. И в прошлый раз я все, я вот до суда дошел, что дальше делать не знал. А здесь, блядь. А здесь вот есть код. Отлично. Так, давай еще раз присоединимся, чтобы вот сюда. Бля, возможно, вот это можно просто сломать. Ну-ка, пойдем, иди сюда. А ты дурачок, нет? Пошли. Yes, sir. Yes, sir. Working on. Извините. Вот, теперь мне нужен огнетушитель. Во, причем это, по-моему, просто бонус. То есть здесь нету этих. А, блядь, да. А здесь нету ни сюжета, ничего. Здесь просто бонусное местечко. Что-то... Да ладно, огнемет. Слушай, серьезно, я огнемет нашел? Охуеть, я огнемет нашел. Нихуя себе. Я про это вообще забыл. Окей, огнемет это заебись, это мне нравится. И патроны. Угу. Угу. Все замечательно. Я сразу еще раз. Ну, да ёпта мать. Сохраниться, пошли. Так, а где там у нас было... Ага. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Здорово. Блейк, where'd you come from? I received some partial transmissions from Pierce. It sounded like there was a problem. Shit, you got that right. We got ambushed by these things. I don't know where they came from, man. Everybody lost it. The squad split up. Have you talked to Pierce? I got part of a radio message from him. He said he was at the north section of the base. He was talking some medical mumbo shit. He said he wanted to talk to the colonel. The colonel hasn't contacted you? Man, I haven't heard shit from anyone. Let me try my radio. Blake to Colonel Whitley, do you read? Blake to Colonel Whitley, urgent. All right, let's head north and get Pierce. Я не помню все по сюжету. Отдельные какие-то моменты я помню, все нет. Не знаю, почему тут хочется. Я посмотрел, мне хочется пройти почему-то. Так, какой-то ключик. А, кстати говоря, ну-ка давайте посмотрим. Ключи. От задней двери и ключ от раздевалки. Окей. Так, тут у нас что? А, так, во-первых. Мужик. Круз. Держи огнеметик. И топливо к нему. Чтоб Круз нам доверял. А так, 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 назад су. Не бежи. Окей. Он военный, тем более. Все. Я огнемет просто не находил, что-то когда пошел проходил. Рычаги, мне нужен. I need an engineer. Мужик. Окей. Отлично. Жалко боковые кнопки мыши игра не видит. Я бы на нее поставил применение предметов. И теперь выключен ток там, где мы не могли зайти. Все, теперь мы вот... Ой, теперь мы сохраняемся и поехали. Так, тут ничего нет? Так, это что-то... Так, нам сюда, да? Так, ну-ка, мужики. Так, ты. Не иди за мной. Ты. Не иди за мной. Все, стой здесь. Yes, sir. Yes, sir. Working on. Конечно, пока я помню просто. А ты такой большой, красивый с бородой. Где? А, блядь. Ебучий автоприцель. Я думаю, что он не целится-то, блядь, а что автоприцели у меня же должно быть. Ну.
Окей. Ну, видите, нечто можно убить из автомата, оказывается. Это перезарядочка. Вот, видите, почему надо... А, кстати говоря, блядь, что тут? Так, пацаны! Ну, можно по почте, конечно, стрелять, но, блядь. А то здесь пиздец, такое месиво с этими мужиками. О, открытая дверь. А что это надо? Ты откуда, блядь, тут высрался? Тут что ли выбежи? А, он сам перезарядка, патрон кончается. Все, отлично, тогда я даже... Ну, стрельба, конечно, такое. Блядь, откуда? Я иногда их не вижу просто. Откуда он вылез? Ну, кстати, в режиме от первого лица ходить нельзя. Можно только стрелять. Все? Отлично. А нет, не все. Пиздец вот тут. Так, патроны. Блять, пистолету, серьезно. О! О, мастер. Ня-ня-ня-ня-ня. Так, а что у меня по членам отряда? А, их не видать, сейчас пойдем посмотрим. Все? Всех убил или еще кто-то есть? Да, блядь, откуда вы лезете-то, ёб твою мать? Заебали. Так. Да нет. Мущука! А, хер с ним, здесь главное пройти. Главное пройти уже не мешает, а все остальное. Все, пошли. У них где-то точка респа, да, получается. Ну, сейчас. Я такой, да, я ушел, меня нету. Опа! Нет? А. Так. Здоровье у всех полное. Мое здоровье пока не появилось, тоже полное. А, он сразу... Подожди, Рус. А, все, то есть они оба теперь за... Все, прекрасно. Так, давайте тогда мы... сейчас, подожди. Ага. Так, все, поехали. Опять же, паниковать они не будут. Так, подожди, ну-ка стоять. А, пистик у тебя, да? А, так. На тебе патронов, ну, до максимума. Все, ну, их нах... они мне... Все, ну, мне нахер не нужны. Так, там выключилось электричество, но пойдемте заберем. Пойдемте заберем остальные патроны. Уж, ну, сами понимаете, ресурсы как-то бросать не это... недолутанными, это вообще... Можешь пока выключить. А, нет. Ну-ка, сейчас. А, нет, и к этому тоже есть патроны. Все, замечательно. А что мы стоим, а что мы за мной не пошли? Ребят, вы, конечно, молодцы, пиздец. Типа, я так резво бежал, что они меня потеряли, да? Ну, ладно. А у меня патроны, знаете, заканчивались где уже? То есть, нет, дальше, даже здесь у меня один раз патроны закончились, а потом... Потому что я там перезаряжался часто, короче, если надо дострелял до конца обойма, тогда уже перезаряжаться. Да, вот тут внизу вот эта вот анимация. Убийство монстров. Как вы уже могли понять, с самыми маленькими тварями можно легко справиться обычным оружием. Однако все остальные формы пришельцев требуют использования атаки второго уровня. Вначале нужно обычным оружием как можно сильнее повредить этих тварей. Их жизнь можно определить по цвету прицела. Красный означает, ну, так. А как только у монстров осталось очень мало жизни, берите в руки огнемет и поджарьте его. Из-за того, что это единственный способ убить больших противников, огонь, старайтесь берите поджигающее оружие. Все понял, да? Сейчас было обращение практически персонально к тебе, мужику. Ты наш этот... Как это называется? Уничтожитель, окончательный дефикатор, блядь, дефикатор, блядь, пиздец.
По-моему, здесь кто-то должен бегать еще. Вот коробка. Ну, что не хочешь сказать? Ага. Отлично, пацаны молодцом. Ну, у них оружие есть, они спокойно стоят. Так, а медика у меня нету, да? Вот это, кстати, не очень хорошо. Меня поджарили чуть-чуть. Так, уж главное понять. Блять, они разбиваются. А вот есть ли что-нибудь в разбитых ящиках или нет? Ну, я понял, что нечто вот сейчас в разбитом ящике происходит. Так, я сюда сохранимся, хули нет. Поехали. Так, мы шли оттуда. Теперь можем туда, можем туда. Бля, что у меня за задание? Все еще спасти команду Альфа. Так, можем туда? Пойдем туда здесь, пока поближе. Ну, теперь-то да. Что тут у нас? Угу. Так, дверь, скорее всего, заперта. Я вижу кодовый замок. Ты серьезно? Придется ломать, патроны тратить на это. Окей. Давай, чини. Так. Да. Ты что творишь, что ты ему застрял нахуй? Да-да-да, музычка пошла та самая. Ну, почти. Надо вот здесь все зачистить. Если тут что-то есть, если здесь никого нет, оставить этих парней здесь и пойти на улицу посмотреть вокруг еще. О! Hold it. Да хорош, не торопись. It's Blake. It's okay. Put your weapon down. No way. You're infected just like all the others. I'm not. Your word ain't shit, Captain. I found a report that says the only way to prove you're not one of those things is through a blood test. Now, there's a medical kit near the kennel. You go get it and come back here, and I'll watch you do the test. Okay, медицинский тест. Найти анализаторы крови. Так, пацаны, давайте мы найдем все анализаторы, хуизаторы. Так, какой-то ключик я нашел. Так, пока что, ребят, все... Не, подожди. Ты. Ну, тебе ничего не могу пока командовать. Ты. Стой на месте. Right. Ты. Стой на месте. Ну, у этого... Okay. Этот пока в средней зоне находится, он еще не определился. Так, тут у нас что есть? Это что такое? Да, это то, что я думаю. Топливо к огнемету, да. Так, мужик, ты меня, конечно, извини. Блять, я не это имел в виду. Сука. Так, Круз. Это попросить назад его. Идти к чему-то. Это другой огнемет. Бля, ну извиняй, я тебе хотел патрончиков дать. О, кстати говоря. Я ему патрончиков хотел к огнемету дать, а он не хочет. Ну, я так понимаю, все равно надо будет идти на улицу, потому что, видите, того, что нам надо, здесь нет. Все, пусть пацаны тусуются здесь, в тепле. Во-первых, надо пойти посмотреть, что тут. На самом деле, я бы на месте этого мужика тоже подумал бы, что он нечто. Потому что, раз он ходит по морозу без шапки, возможно, он уже не человек. А если он человек, он ходит по морозу без шапки, то он просто долбоёб. Это тоже плохо. Это тоже очень плохо. Как бы не... Как бы не была низка моя любовь к художественному фильму «Горько», вот, ну, вот он дебил, а сейчас дебил, это уже само по себе большой недостаток. Ага, секундочку. Ну, пацаны, так, а это я сам не смогу. I need an engineer. Бля. Но мне, судя по всему, сюда больше тут особо некуда. Здесь что-то еще есть.
Не, погоди, сейчас замерзну нахер, почти отсюда. В принципе, здесь еще и гранаты еще. Есть гранаты, да? Обычная граната. Но, честно говоря, пока гранаты на этих вот мелких пиздюков тратить как-то мне не очень хочется. Так, хватит мне добежать? На всякий случай. Угу. Так, Круз Пирс. Да, блядь, а что тут сюда-то Пирс переместился? Пошли со мной. Yes, sir. Yes, sir. Working on. Это, по-моему, из этого. Подожди, yes, sir, working on, это, по-моему, это. Ма... Это же это. Ну, смотри, да, да, да. All right. Как его, блядь? Тиберион сам, по-моему. Или Дюна, я не помню. Там Тиберион сам. Тиберион сам. Окей. Бля, заканчивать нам уже почти 51 минут. Ну, как обычно, первое... Ага, вот, кстати, патрончики к огнемету хорошие. Еще один огнемет. Это заебись. Это мне нравится. Так, во-первых, берем огнетушитель. И вот так вот. Пшик, пшик. Иди нахуй. Теперь, бля, почему? А на тап ничего нет? Да, на тап ничего нет? Ну-ка, секундочку. Настройки управления. Да, на тап ничего нет. Короче, ходьбы левый контрол. Ну, ходьба, я хуй знает, нахер она нужна. Бля, ты серьезно? Ты не можешь, да? Кнопки мыши он не видит. Применить предмет. Можно на колесико поставить, на вот нажатие. А, тоже не видит. Что еще можно применить предметы? Сейчас, подожди, какой? Q это меню отряда. Это мне нравится, удобно. E. Ну, в принципе, Shift из остального удобнее всего применять. Если бы можно было на мышку, я бы на мышку поставил, а так? Окей, пусть будет левый Shift. А, так, но этого нигде нету. А, быстрый выбор мышь 3. Окей. Короче, ходьбы, присесть, инвентарь. Давай я, короче, инвентарь я сделаю, тап. Вот. Потому что, оп, на тап как-то удобней. Так, назад берем фонарик. Назад берем этот. Так, теперь мне надо будет быстренько на огнемет еще что переключаться. А сколько у меня патрончиков-то огнемета? Вот так. На самом деле, чуть-чуть можно там мужику отдать. Чисто, чтобы у меня боеприпасы были. You got company. Чё, заебись, все с доверием, еще помогаем ему стрелять во врагов, ему все нравится. Пошли. Так, а, подожди, надо посмотреть, типа, что тут. Возможно, тут нихуя... А, так, в смысле, сюда, по идее, наверное, надо, потому что... Я же того, что надо, там не нашел. Сейчас сможете, типа, все, пиздец, у меня 11 патронов в бойбу, и мне 6 осталось, типа, так. На самом деле, нет. Так, если я был бы нечто, я прям отсюда бы вот так вот взял и выпрыгнул. Ну, мне как-то скучно, ребят. Естественно, он не может здесь перепрыгнуть, потому что кнопки прыжка в игре нет. Что ж. Давайте надо заканчивать. Давай сейчас найдем эти штуки и все. Так, сейчас вот нихуя не понял. Так, подожди, давай зайдем. Давай зайдем, погреемся. Заваливай. Сделаем вид, что ты тоже у нас можешь замерзнуть. Так, пошли. Что-то я не обратил внимания, что сюда можешь сходить. Окей. Чапка. Клетка с собаками. Ты, может, что-нибудь скажешь, нет? Сейчас. Ну, ладно. Если мне нужна была превьюшка, можно было бы взять... Это. Пацан стоит. Давай. Птичку я себе заберу. Спасибо. Damn, it's cold. Да ладно, пиздеть. Вот я без шапки хожу, вот мне холодно, да. Ты чё? У тебя всё нормально. Так, открывай. О, давай. Ой, страшно. Ой, боюсь.
На меня нападают дикие индейки. Ну, спасибо тебе. Вы, если, кстати, не знали, дикие индейки, они вот в естественной среде обитания, они так и выглядят. Заправка какая-то у них есть. Почем бензин? Бля, может там что-то и есть? О. Так, стоять. Надо срочно зайти погреться. Больно! Куда ты пошел, придурок, блядь? Ебаната кусок, что ж ты делаешь? Ну что у меня по здоровью? Я вот не успел заметить. Всякий случай сделаю так. Что, я его подлечил? Блять. Хоть ставь себе здоровье. Или я сам себя лечу. Подожди. Типа я сам себя лечить, что ли, не могу, или что? Где вот мое здоровье? Это, кстати, прикольно. Потому что вот Картер, а моего... Да, в ящиках могут быть предметы, окей. Ладно, будем знать. Так, теперь давайте все-таки да обследуем все, что появляется. Фу ты, блядь, что-то. Что-то как я не знаю, господи. Не, ну, в принципе, он просто блеванул. Так. Я вот не знаю, вот стоит все ящики ломать? У меня какое-нибудь оружие ближнего боя, если было бы. Мужик, отвери, пожалуйста. А, вот, анализатор крови, который вы подобрали, был специально разработан для того, чтобы проверять наличие вируса в человеческом теле. Вы можете использовать его, чтобы проверить, является ли данный член отряда человеком, а также для того, чтобы доказать вашим людям, что вы не заражены. Это существенно повысит их доверие. Чтобы проверить член отряда на наличие вируса, возьмите анализатор в руки, подойдите к человеку, shift. На себе станьте так, чтобы вас член отряда хорошо видели. Выберите его в свой инвентарь, нажмите на клавишу I. Используйте эти предметы очень рассудительно. Они встречаются крайне редко, вы найдете их очень мало. Так, окей. В любом случае, у меня другой вопрос. Мужик, проходи. Теперь надо зайти погреться. Да, это, конечно, я эпично зашел погреться. Прям в огонь. Так, а во-вторых, там мужик какой-то лежит. У мужика наверняка что-нибудь есть. Прям лонгдар какой-то. Так, ну-ка. О, отлично. Yes, sir. Так, 4 патрона, я думаю, может перезарядиться совершенно спокойно. I need an engineer. All right. А здесь случайно по пацанам попасть. Что ты врешь? А, подожди, здоровье это красная полоска, да? Здоровье это красная полоска. Ладно, сейчас все сделаем, сейчас все будет. Oh, yeah. Так, ебучие фальшфиры. О, это мои патрончики. Это мне надо. Патроны пистолета это ему надо. Ну,
А, так коробки не бесконечные, да? Окей. Окей, так. Да вы заебете. Я не буду тратить. Точно, да? Нет. Да. Я не буду тратить на вас огнемет. Уж тем более гранаты на них тратят. Сейчас я не ебанулись. Дай, заходи. Угу. Так, давай сюда. Все, давайте на этом мы сегодня закончим. Вот такая вот, в принципе, игрушка. В принципе, норм. В принципе, ничего такая. Shift. А, поглядим, как оно что пойдет. Но я ее, в принципе, собираюсь постараться. Собираюсь постараться пройти целиком. Ссылка на плейлист в описании. Проходите. То есть, короче, смотрите, если в описании есть слово прохождение, значит, меня ничего не выбесило. Ну, все заранее, наверное, запишу. А может, это целиком. Не знаю, посмотрим, короче. В общем, ссылка на плейлист в любом случае в описании. Проходите, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, приходите уведомления обо всех роликах. На Телеграм подпишитесь и по возможности можете поддержать канал. Материальные ссылки в описании есть. Сильно за это буду вам признателен. Все, всем всего доброго. Играйте в хорошие игры. Всем пока. We'll be right back.